Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня я хотела рассказать вам о новом способе кормления улиток мегалобулимусов, который можно использовать зимой. Способ оригинальный. Вычитала я его в интернете, но не просто из какой-то статьи, а именно в питомнике, профессионально занимающемся разведением конкретного данного вида мегалобулимуса облонгус. Это опыт человека, который с успехом занимается разведением этих улиточек и, естественно, и содержанием, и кормлением. Способ, скажем так, оригинальный и, скорее всего, даже не новый, если задуматься над этим. Но я думаю, что я хочу попробовать, поэтому делаю это видео. Это будет у меня, в общем-то, по примеру других улитководов, заводчиков и владельцев улиточек мегалобулимусов, кто это уже делает, я такого не делала. Но если задуматься, это логично и, скажем прямо, даже может быть и полезно. А в зимнее время года это и безопасно в первую очередь, и полезно, и даже, скорее всего, пользу, возможно, принесет моим улиточкам. Гости нашего канала могут посмотреть предыдущее мое видео «Яд для улиток мегалобулимусов». Так вот, видите, в зависимости от того, чем накормим, насколько может быть это опасно даже для жизни и здоровья наших улиточек. А вот этот способ, про который я сегодня вам хотела рассказать и показать, возможно, поможет даже в лечении наших питомцев. Что же это за загадочный способ? Оказывается, все очень просто, несложно и недорого. Думаю, что у многих из нас были или есть в данный момент такие несложные комнатные цветочки. Раньше они были вообще в каждом доме. Очень распространенный, неприхотливый вид. Это комнатное растение называется традисканция. У меня такой цветочек тоже есть. Видов традисканции очень много. У меня вот такой вот зелененький, и листики у него с белыми продольными полосочками. Есть с темно-зелеными листиками, обратная сторона листа красная, вишневая. Тут значение цвет, скажем, под вид этого растения не играет роли. Играет роль именно то, что это растение является лекарственным и немногим уступает информации на эту тему. Очень много в интернете. Я также ссылочку оставлю на полезные лечебные свойства этого растения, которые мы содержим как комнатный цветочек, в описании под данным видео. Немногим своими полезными лекарственными свойствами он уступает таким растениям, широко используемые известные растения. Это алоэ, каланхоэ. И вот традисканция, оказывается, ее листики можно прикладывать в качестве как поддорожник, антисептик. Сок, отвар можно и использовать и вовнутрь при разнообразных заболеваниях. То есть это растение является не просто красивым, как мы его содержим для красоты, как комнатное декоративное растение, но и лечебным. Значит, что я прочитала, что листики этих растений можно использовать для питания мегалобулимусов. Хочу попробовать. Вот вы видите, я оторвала несколько листиков, предложила улиточкам. Как вы видите, особой реакции, чтобы они их тут же набросились кушать, нету. Но, если честно, улитки спали, я их разбудила специально для этого видео. И, собственно говоря, возможно, они просто сытенькие, не проснувшиеся и не голодненькие. Тем не менее, я попробую положить вот так по несколько листиков на обычную их пищу в террариум. Посмотрим, потом расскажу, будут они кушать или не будут. Так как, в принципе, я раньше использовала традисканцию разных вот цветов. И вот такую светлую, и вот обычную с темно-зелеными листьями, у которой обратная сторона листика вишневая. Я кормила палочников зимой, когда не достать было ни свежих листьев малины, ни свежих листьев дуба. Палочники – это насекомые, которые питаются исключительно вот растительной пищей, в частности, листиками разных растений.
ну, тоже не всех подряд, поэтому были определенные сложности. Замороженные и вареные они там есть не хотели, сухие тоже им не нравились. А вот традисканцию ели палочники на ура. Никто не умер, плодились, росли, и все было здорово. Про улиток я почему-то, мне такие мысли в голову никогда не приходили, пытаться их кормить традисканцией. Но если действительно это растение настолько, ну не если, а скажем, давным-давно доказано, что в нем очень много полезных веществ, и если улитки его есть будут, почему бы нет? Растет это растение хорошо и имеет определенную такую вот как бы особенность. У него очень хрупкие веточки. Зачастую, когда мы начинаем его вот обрабатывать, опрыскивать, увлажнять, мыть это растение, очень часто эти веточки хрупкие. Они сами по себе ломаются, они очень именно хрупенькие. Обычно я, когда если у меня отломается веточка этого растения, я его ставлю в баночку с водичкой, оно дает корешки, и потом высаживаю в отдельный горшочек. Но тем же образом, чтобы не терять это растение, можно и листик другой вот так улитке предложить. Если он действительно такой и антисептик, и убивает микробов, и то, и сё, то почему бы и нет в зимнее время года. Одним словом, я потом вам покажу и расскажу, стали ли мои улиточки есть или не стали эти листики, потому что сейчас они по ним с удовольствием ползают, так как листики просто опрысканы мною водичкой, они влажненькие. Вот видите, я и растение помыла, естественно, перед тем, как дать улиточкам. Я эти листики, разумеется, помыла от разнообразной пыли или различных оседаний там в комнате, также может быть и пыли, все что хотите. Ползать они ползают, но кушать я не вижу, чтобы они их кушали. Поэтому, если у меня получится их покормить или не получится, все равно потом расскажу, поделюсь своим опытом. Ну вот, хочу попробовать. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые видео с другими животными нашего питомника. Кто подписан, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!